Сегодня погожий февральский денек, 7 февраля. Я составила список, что мне надо купить для чистки печени, и отправляюсь на рынок. Перешел перекресток и движусь дальше. Смотрите, дальше ледяной каток. Мне придется выйти на дорогу. Иначе можно, но не нужно. Собачья свадьба. Пила и плясала. Ну что, движусь в центр города. Впереди рынок, он же базар. О! Мы на месте. Вот он, торговый комплекс. Вот он, список на один лист. И вперед в торговые ряды. В семенах одних был, куча народа. Семена другие. Вот у меня. Затарился я вот там. Востока. Укропа взял 400 грамм. О, какая большая упаковка. Киоски маленькие, не войдешь. Огурец, молодец. Удобрение. Спасибо. Спасибо. Так что вот здесь вот я затарился. Подсчитывают. И вот эта палочка корицы, куда я положила? Ну, смотрите, смотрите. Поле тут лежала палочка. Я знаю. Ох, ядреная она, ё-моё. Вот хожу, согласно списку выбираю. И фигель вот он стоит. Сколько там их? 15 грамм иду и 10 грамм. И 10 грамм. Давай, а почем они? По 50. По 50. Ну что, удачно я приобрел все травы, которые мне были нужны. Все травы. Теперь еще. Здесь, то есть травы я взял тоже. Тоже. Три. Так. Конечно можете. Здрасте. Вы ко мне, да? Ну вот, я затарился. Видите, все нашел, все, что надо. Посетил аптеку, посетил базар. Все. И вот
чтобы все было удачно, еще сделаем, так сказать, доброе дело. Сделал, так сказать, благие дела. И с такими, как сказать, хорошими пожеланиями, со всеми ингредиентами. И, так сказать, как это называется, не пожертвование, а милостыню. Я оказал милостыню. И, глядишь, оттуда и мне окажут милостыню. И все сложится. И чисто. Набрал шиповника, боярышника. Тяжелая сумка. Завтра я возьму, значит, из масел. Практика показала, что можно, конечно, использовать оливковое масло. И на подсолнечном масле идет чистка. Вот. Но лучше всего на горчичном масле. Завтра как раз придет горчичное масло. И я его приеду, заберу лимончики и начнем уже непосредственно смягчение. Ингредиенты мешать, молоть и принимать. Пошел на базар пешком, машины взял, видите, гололед, а у нас вообще там никто ничего не чистил. Сумарик тяжеленький довольно-таки. Приятная прогулка и полезная. Так что все ингредиенты травяные собраны. И это радует. Потому что раньше то семян укропа нету, фенхеля, еще там что-то. А сейчас все это есть в том или ином количестве. Я думаю, достаточно. И это радует. Так сказать, нахожусь в предвкушении. Такое предвкушение. Кстати, уже и сон был, который там кое-что показал. Вот здесь я делал компьютерный томограф. Спектр. Диагностику. Процветает. МРТ-исследование. Ну что? Ну сделали. А лечение? Да поколем витамин В1 и будем наблюдать. Вот это и все лечение. То есть увидеть, все можно увидеть современной техникой. А вот исправить это все, увы, кроме вкручивания болтов, как Ронни Калиману, и изымания денег, опять-таки, как у Ронни Калиману, ничего не будет. Скользота не можно. Поэтому приходится идти по дороге своими ножками. Топ-топ-топ-топ. Дорога. И ничего. Там ходить невозможно. Хочешь что-либо себе повредить? Пожалуйста, пройдись. Останешься считанные десятки метров. Ну так вот тут я живу. Заходим в свой переулок, улица Лермонтова. Вот так-то появился гараж, крыша, и мы идем туда.
Видите, а тут вообще никто ничего, кроме нас. Вот такая прогулочка состоялась. Ингредиенты пришлось поискать, походить, по рядам поспрашивать. И оказалось, есть то, что вроде бы думаешь, нету и не бывает. Есть. Это хорошо. Вот калитка. И заходим. Мы дома. Все родное и знакомо. Петушок кричит. И это хорошо. Зайка сидит. Сова угукает. И дом стоит. Красавец. Да, не думал, не гадал. Ну вот, однако же, с 96-го года проживаю. Видите, герб, все как положено. Понравился канал? Звони в колокола, ставь лайки!